Гейша – так называется магазин, который открылся совсем недавно в нашем городе, но уже немало покупателей успели оценить качество и большой выбор товаров. Лучшие и самые актуальные предложения производителей Кореи, Японии, Китая можно найти здесь. А теперь в магазине представлены и товары из Таиланда. Главная особенность тайской продукции – натуральные ингредиенты. И уже много лет производимые средства по уходу за кожей, волосами, а также лечебные мази находят все больше поклонников по всему миру. Я сама пользуюсь такой косметикой, поэтому мне интересно было очень. Будем знакомиться, пробовать, и я думаю, что мы останемся довольными. Основной акцент в магазине Гейши на средствах по уходу за кожей лица и тела. Секреты Азии на вооружении производителей известнейших марок – Bioaqua, Елизавека, Эстетик Хаус и других. Кремы, сыворотки, эссенции, маски представлены линии с признанными и широко известными помощниками в борьбе за молодость кожи. С гиалуроновой кислотой, с протеинами шелка, а также средства с экзотическими для России компонентами – улиточная слизь, жемчуг. Причем продукция актуальна и для молодых женщин, и для дам постарше. Думаю, что это своевременно. Для НАП это, безусловно, хорошо, потому что и алоэ вера, и всякие вот подарочные наборы девушкам просто бывают кстати, к месту и очень пользуются, нужны. Также здесь и большой выбор товаров по уходу за кожей для мужчин. Кремы, пена для бритья пользуются спросом и автомобильная косметика азиатских производителей, ароматизаторы, полироли для салона и большой выбор водоотталкивающих средств. Порадует и огромный ассортимент бытовой химии, который отличается экологичностью и экономичным употреблением. В преддверии Нового года интересен и большой выбор подарочных наборов, которые не оставят равнодушной ни одну женщину. Также в продаже сертификаты на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. За тайнами Азии и лучшими подарками к Новому году магазин Гейша приглашает по адресу. Анапа, улица Астраханская, 75Г. Телефон для информации указан на экране.